Голые стены, фрагменты кладки, строительная пыль. О сказочном прошлом театре кукол здесь мало что напоминает. Однако, по словам руководства, после окончания работ вернется не только волшебство, но и комфорт. Строители полностью заменили коммуникации, прочистили вентиляцию, укрепили стены. Самый большой сюрприз ждал их на знаменитой крыше. Там три слоя утеплителя и три слоя стяжки было. Мы разгрузили кровлю почти на 500 тонн. Новый интерьер, зрительные кресла и современная сцена. На ней специалисты установят специальную систему, которая сделает площадку подвижной. Сейчас активно монтируется и подходит к концу капитальный ремонт верхней и нижней механики сцены. Будут блоки сценические, которые поднимаются и опускаются, то есть сцена будет достаточно мобильной. Компанию основному залу составит малый трансформер. Его оборудуют в бывшем репетиционном классе. Здесь уже установлено осветительное оборудование и кресло для зрителей. Уже скоро с них снимут чехлы, и они примут первых театралов. Было пожелание губернатора, чтобы уже в этом году мы открылись для наших зрителей, хотя по нашей договоренности с Министерством культуры мы должны были сделать это в следующем году. Но наши строители очень постарались, и зрительская часть будет у нас запущена, я думаю, в октябре этого года. Так что мы откроем свой сезон в обновленном театре уже в этом году. Впрочем, тихо здесь не станет. Театральная жизнь будет соседствовать со строительной еще не один месяц. Ремонтные работы переместятся на второй и третий этаж. Инна Мельникова, Станислав Шишмаренков, «Урал-1».